почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Майские праздники почему-то решила перечитать Тимура и его команда, Аркадия Гайдара, Кортик, Анатолия Рыбакова и Васек Трубачев и его товарища Валентина Асеева. Скажу честно, после этих книг хочется жить, верить в силу человеческого духа, в добро. А тут Роберто Сантьяго и серии книг про детективов-футболистов. Это самая популярная серия книг в Испании, переведена на множество языков. А в 2018 году была экранизирована книга «Детективы-футболисты. Тайна семи голов». Футбольная команда «Унисекс», в ней мальчики и девочки, приезжает на соревнования. Нужно победить, но любой ли ценой. «Сата Альта», так звучит название команды, состоит из грустного Камуньеса, он вратарь, Томео, Мерлин, капитан команды, Тони, Алены не путать с Еленой, Аниты, Восьмого и самого рассказчика Франциско Гарсиа Касаса по прозвищу Пакет. Отношения между детьми познавательны и поучительны. Правда, меня немного смущала так называемая любовная линия этой книги. Наш герой Пакет без ума от Алены. Более того, он ее смог поцеловать. А тут она приглянулась звезде команды Кроноса Люсьену. Пакет ужасно страдает. Но и у Люсьена не все блестяще, как представляется сначала. Какие-то тайны, недомолвки. А тут еще все команды противники забивают голы в собственные ворота. Что происходит? И наш бесстрашный, влюбчивый герой, а ему удалось вновь влюбиться, на этот раз в Нихал, вместе с сотоварищами принимается расследовать все эти странности. Ну, разумеется, как детективный прием, поцелуй Нихал. Без этого детишки 12 лет вообще жить не могут никак. Бесконечные бессмысленные разговоры, футбольные матчи, подозрения, приезд к Пакету и его маме, папы Пакета. И, наконец, раскрытие этого дела. Всему виной жадность отца Камуньеса, который задержан по обвинению в мошенничестве, попытке взяточничества и фальсификации результата спортивного мероприятия. Читается книга легко. После этого, тем не менее, просто никак. Нет, не хочется ни верить, ни творить добро, ни жить активно и с пользой. Вот и предлагаю вам, дорогие слушатели, не только прочитать Роберто Сантьяго, но и перечитать наших замечательных советских писателей. 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».